Третий чемпионат Вооруженных сил России по пожарно-спасательному спорту прошел в Восточном военном округе. Всего в соревновании приняли участие более 100 человек в составе 12 команд из Южного, Западного, Центрального и Восточного округов Северного флота 12-го главного управления Министерства обороны. Впервые вне конкурса участвовала команда представителей МЧС России. Команды огнеборцев в первый день состязались в преодолении полосы препятствий. Здесь проверяется сила, выносливость, скорость. Сила воли непосредственно уже при работе на высоте. По истечению второго дня чемпионата Вооруженных сил Российской Федерации по пожарно-спасательному спорту лидировала сборная команда Восточного военного округа. Второе место у команды Южного военного округа. А замыкают тройку лучших огнеборцы воздушно-космических сил. Олег Завьялов, новости на Восьмом.